Universal Pictures представляет: ФБР убивает Флойда, Джонни грабит банк, ФБР объявляет войну Джонни, который в свою очередь кадрит Котияр. Хотя на самом деле непонятно, кто кого закадрил, но Джонни понимает, что фильм убогий, и пытается уйти на съемки новых «Пиратов Карибского моря». Но не тут-то было, его арестовывают и дают по хлеборезке. Кстати, Парщевский, который вообще непонятно, что делает в этом фильме, тоже был сначала возмущен, потом он разозлился. Но режиссер поговорил с ним, и вскоре конфликт был улажен. В это время Джонни совершает побег. Далее в фильме фигурируют феерические погони и эпические перестрелки. Ну, в общем-то, вы сами видите, насколько убого они сделаны, и капитан Джек Воробей решил возвратиться к своему амплуа. Режиссер уже ничего не может сделать. А зритель, который добросовестно отсидел 2,5 часа и заплатил 250 рублей, уже не способен ни на какие другие эмоции, кроме этих. Спасибо за внимание.